пока все. Кому еще помочь? У вас хорошо. Вот 12. Нет, вам еще покажите еще одну вот здесь. Вот мы не все. Может быть, слишком еще слабо. Папарацци, делайте. Да. Если вы не против, можно ангелочка, я? Ну, ну, чуть-чуть перевяжу, хорошо? Чтобы да, я могла... Что, не делает ангелочка? Нет. Так, все собрали себе по 8-10 соломинок. Примерно посерединке перевязываем пучок. Тоже туго, насколько у вас хватает силы. Любой ниточкой. Любой ниточкой. Ей не будет видно, потому что она будет внутри. Делим на половину. Примерно. Не обязательно считать. Примерно. На половину. Вот так. Тогда делайте вот эти вот, вот крылышки. Их ставите сюда. Вот это так, да? А что, косы умеете плести? Ага. Ну, тогда будут просто только крылышки. Давайте крылышки. Вот так. И вот тут внизу под крылышками тугенько перевязываете ниткой. Очередную берите ниточку и тугенько перевязываете. А кто не будет лениться, можете косичку вот такую сплести и вставить разом с крылами. Кто умеет, да, можем показать вот такую. Можете сплести обычную. А можете просто закрутить. А эти крылья сюда по... Можно завязывать. Вот смотрите, мы завязываем за верхнюю соломку. За верхнюю. Теперь можно в обратную сторону. Вот так, между соломинками. Если получится. Если нет, скажите, я помогу и завяжем. А вы с одной ниточкой. Нет, надо было взять две. Аськанюшину косил я, Аськанюшину косил я, Аськанюшину поглядал на девчину. Косил я, Аськанюшину поглядал на девчину, а девчина жита жала, а девчина жита жала. А девчина жита жала, бедна яся поглядала. А девчина жита жала, бедна яся поглядала. Чи ты не, чи ты я, чи ты не, чи ты я, чи ты не, сподобался ты мне. Чем на небе звезд.